новостям спорта. 5 медалей завоевали казахстанские спортсмены на Паралимпийских играх в Токио. Награду бронзового достоинства завоевал жамбылский пловец Нурдаулет Жумагали. За высокое достижение он удостоился ордена Курмет. Всего от Жамбылской области в Паралимпиаде 2020 приняло участие 4 спортсмена. Вернувшихся домой атлетов встретили в международном аэропорту Аулия-Ата. После выступлений в Токио в Тарас вернулись параспортсмены и их тренеры. Встречали их родные и друзья. Руководитель областного управления физической культуры и спорта Жамбылской области поздравил бронзового призера Нурдаулета Жумагали с наградой и выразил признательность жамбылским паралимпийцам. В свою очередь Нурдаулет поблагодарил тех, кто помог ему завоевать награду, и всех встречающих за поддержку. Перед началом Паралимпиады я заболел. В эту трудную минуту меня поддержал мой тренер Саттар Бейсимбаев. Перед тем, как проплыть, я знал, что весь Казахстан верит в меня. Благодарю всех, кто болел за меня и поддерживал. Помимо Нурдаулета Жумагали на играх выступили чемпион мира и Азии, паратэквондист Нишано Мирали, чемпион мировой серии гран-при легкоатлетка Салтанат Абылкасымкызы и паралимпийская чемпионка по плаванию Зульфия Габидуллина. За последние 5 лет паралимпийский спорт совершил большой рывок в спорте, в паралимпийском. Мне очень было приятно, когда наши ребята завоевывали награды. Надеюсь, что в следующих паралимпийских играх в Париже мы улучшим наш успех. Напомним, что на Паралимпиаде 1996 года в Атланте выступило 12 спортсменов, в Рио – 10, а в Токио нашу страну представляло 26 спортсменов, завоевавших 5 медалей. Советник акима Жамбылской области по вопросам людей с ограниченными возможностями Руслан Тулегенов подчеркнул, что это говорит о развитии параспорта в стране и Жамбылской области в частности. Ринар Рахматуллин, Серик Тажибаев, Жамбыл Ньюс.